Доброе утро, ребята! У нас воскресенье начинается с того, что мы вот играем с Артуром и с Аней. Что игра у нас продвигается, как видите, шикарно. Телепатия мяч отбил. Мы, ребята, если что, играть не умеем. Это первый раз, что мы играем. Играем, как получается. Давай, Зая, отбивай! С Аней выдохлись, так что сейчас Артур с Ваней играют. А ну давайте, покажите класс. Я надеюсь, ни у кого не закружится голова. Никому не стошнит. Зай, танцуй! Ава! Вот это, кстати, песок. Не знаю, зачем он здесь. Давай, давай, Зай! Немножко не туда. Он уже, Ваня уже на другом поле играет. Ребят, после того, как мы поиграли, у нас еще тренировочка. Точнее, она у нас уже заканчивается. Потому что очень мы устали. Очень-при-очень. Просто жесть какая-то. Я только с беговой дорожки, поэтому я сейчас очень красная, мокрая, некрасивая. А вот Ваня. Вот, так что у нас все замечательно. Тренировка проходит на ура. Мы уже закончили практически. Сейчас будем ехать домой. Хочется уже помыться и отдышаться на самом деле. Вот такая вот я после каждого тренажера. Видите, бордовая, малиновая, какая хотите. Волосы все мокрые. Очень жарко еще сегодня, потому что мы занимались. Ну что, ребят, у нас уже сколько часов? 5 часов вечера. Мы вернулись из спортзала уже давно, наверное, около начала второго. Мы приехали домой, и Ваня очень сильно болела голова. В общем, как-то так. Как-то по утрам нам очень тяжело ходить на тренировки. И мы, ну, лучше занимаемся вечером, мы больше можем сделать всего. И сегодня, опять же таки, помните, как и в прошлое воскресенье мы сделали тренировку, вернулись и уснули. Так вот, сегодня мы тоже уснули, единственное, что у Вани голова болит очень. Ну, сейчас уже лучше, но до этого болела сильно голова, и мы собирались на море, но не поедем с головной болью. А мы еще за сегодня еще ничего не ели. Вот, поэтому я сейчас пойду разогревать, кушать, и мы наконец-таки в 5 часов вечера с Ваней будем обедать. Ты хочешь кушать? Да. Так что идем на кухню разогревать. Ну, завтракаем. Ну да, мы утром немножко хлопьев, совсем чуть-чуть. Не так, как обычно Ваня делает, то, что он вам показывал, совсем немножко, так чисто. Заморить червячка, как бы сказал бы мой папа. Кстати, у моего папы сегодня день рождения. Вот, а мы завтра едем к ним. Не знаю, утром или по обед. Ладно, и вот это сонная морда. Морда сонная. Мяу. Мы покушали. Ваня сделал вкусный чай. Ай, горячо. Вот, и мы включили КВН. Давно мы не смотрели, да, и сейчас посмотрим, может... Ты так плюхнулся, мне чуть все не разлилось. Нет ничего лучше горячего чая. Не, не, мы ели, да?
Да, на диванчик. Нажмешь кнопочку? Какую кнопочку? Красненькую. Красненькую? На экране? Ладно, всем это. Вы там плюшками балуетесь, мы знаем. Вам хорошего аппетита. Чай с лимоном. Вкуснота. Так хорошо под кондиционером дома. Ну, мы чуть-чуть включаем, мы не прям не морозим дома, чтобы сильнее не простыть. По крайней мере, мне. Какая жесть на голове. Ладно, все, не снимай. Есть немного, есть немного. Ладно. Я, кстати, уже голова не болит. Я себя чувствую прекрасно. Жалко, что полдня потеряли из-за этого. Ну, ничего, да. Ну, ничего. Катя говорит, ничего страшного. Ничего страшного. Мы вечером куда-нибудь пойдем. Да, когда солнце немного уйдет. Мы с ним не особо дружим. Ребята, уже 8:00. И мы выбрались погулять. В общем, вытащили нас погулять Кристина с Димой. Вот, вообще мы хотели на пляж, не помню, рассказывала ли я или нет. Мы с Артуром и Саней хотели на пляж поехать, но Ваня очень, ну, Ваня плохо себя чувствовал, мы не поехали, поэтому Артур с Саней сами поехали на пляж. Да, и мы как бы сначала вроде обговаривали 5:00 поехать, но они в итоге поехали где-то в 3:00. Спали, короче. Да, мы спали, отдыхали. Так что сейчас едем за Кристиной и Димой. И мы хотим поехать в зону, где российское посольство. Там есть стена из фиолетовых этих цветочков. И если они еще не отцвели, то мы хотим там пофоткаться. Вот такая вот у нас миссия на сегодня. Так что мы едем, едем. Кстати, вот Ванина новенькая рубашка, которую мы в Джек Джонсе купили. Я клеточку не очень люблю, а Ване клеточка нравится. Ну и цвет очень красивый. Так что такие вот делишки. А я сегодня в белой, то есть в футболочке с принтом и в своих персиковых брючках. И сегодня я не на платформе, сегодня я в босоножках на низком ходу. Ребят, мы приехали сфоткаться с вот такой вот стеной. Она вся фиолетовая. Она просто крутая. Фиолетовая стена. Здесь побольше цветочков. О, какая красота. Колючая, кстати, красота. Улыбаемся и машем. Кстати, вот отсюда красиво. Нас уже пофоткали, и теперь Ваня фоткает. Слушай, мне на фоне мусор. А еще, смотрите, эти цветочки еще бывают вот такие вот красные. Тоже такие красивые. Ване не нравится, что я слишком светлая. Да? Да. А вот такое было красивое лицо. Взял мне? Да там оно белое было, иди просто сюда. Белое. Иди сюда, смотри, какая красивая. Вы видели его с другой стороны? Давай покажем. С другой стороны мусорки. А с этой стороны красота просто. Слушай, а здесь больше цветочков. Здесь круче. Смотри. Засунь прям в мусорку. Кого? Сейчас Ваня мне сделает прическу. Все. На базу. Возвращаю на базу. Отчёчки. У меня забрали камеру. У меня фотограф. Катя решила стать фотографом. Да. Как, Кать, как тебе вообще в роли фотографа? Красивый. Смотри, ты меня. Только лапочка. Давай очки. Давай очки. Хапай очки. Давай очки. Мажорным. На фоне цветочков, главное. И вообще брутально зашкаливает. Ладно, все, прерываем трансляцию. А можно тут экранчик?
Видно все? Да. Ты снимаешь? Скрытая камера. Я в телеке. Я, наверное. Что это за рыжее чудо лежит возле нашей машины? Ты куда? Ты куда, котик? Котик, ты чей? Ты чей? Ты чей, котенок такой рыжий? О, все. Тигр завалился. Это сигнализация. Собака лает. В общем, ребят, мы приехали в бункер. Он находится на одной из возвышенностей в Барселоне. Здесь очень крутой вид. Барселон. Но мы сейчас туда выше поднимемся и уже покажем. Ну что, ребята, вот она. Компании всегда собираются. Барселона. Столько людей. Мы, кстати, здесь были. И не раз. Как не раз? Два? Ну, сегодня уже... Три. Как дела? Но в прошлый раз, когда мы здесь были, мы замерзли. Подожди. А сейчас прям идеально. Так. Ура! Фонтанчик. Тут очень много людей. Столько народу. Обалдеть. На Барселону в ночь начну посмотреть. Да. Тут красиво так. Пойдем мы там займем место, пока не набежали люди. Наша родненькая. Красиво. Поводи, да, вот. Сейчас Зина по голове. Тынь. Класс. Так, мы услышали звук, и тут где-то, по идее, салютики. Так, я иду, снимаю, под ноги не смотрю, так как шлепнусь где-нибудь. Ну, так себе салютик. Маленький. Больше звука, чем салюта. На самом деле. Масипосенький салютик. Дима, пока включит камеру, сразу закончится салют. Как обычно всегда бывает. Так, ну что, ребят, мы уже в машине. Уже нагуляли, салют насмотрели. И тени наших наклеек. Смотрите, как тени на эти падают от наклеек, которые на лобовом стекле. Видела, Крис? Да, а ну за выключи свет. Как его выключить? Андрей. А ты выгляни, посмотри. О, капец, прикольно. Тут две наклеечки и тени от них падают. Ребят, мы сейчас уже дома. Смотрим фильм «Голограмма для короля». Да, мы уже перекусили, ну, поужинали. Поужинали, мы салатик кушали. Так что я буду с ним монтировать влог. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи, завтра у нас очень интересный день. День. Так что пока-пока. Пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.